Нет, не бредил я песни советской, что упорному все по плечу. Но считал, что на берег турецкий по-любому с тобой полечу. И уж там-то в отеле мы гордо, а приходуем все включено. И любому навесил бы в морду, кто сказал бы, что запрещено на халяву кормить этих турок нефтебабками нашей земли. Я сказал бы: послушай, придурок, не нервируй меня, отвали. Сам попробуй с любимой на сене поваляться хотя бы часок, ощущая на крепнущем члене прикипевший к нему колосок. Но судьба, беспощадная штука, отменила грядущий полет. Эрдоган, подпиндосская сука, беззащитный наш сбил самолет. Я, конечно, в едином порыве с возмущенной подляной страной, как сумел, оторвался на Ниве со своей возмущенной женой. Мы довольны решениями скорыми, не забудем, мол, и не простим. Для начала забьем помидорами, а потом огурцы запретим. Но жена моя вроде набата, раскачаешь — не остановить. Говорит: Вась, а хрен ли нам надо? Я считаю, что сразу нам надо было что-нибудь там разбомбить. Но потом извиниться, конечно, мол, ошибка, виновных найдем. И подумал я, делом грешным, обвиваемый телом онеженным под давлением естества. Хоть и дура она, конечно, но обычно всегда права. Если б явный мужик, по сути, и по-своему юморной, перетер это дело Путин с непутевой моей женой, мы бы точку в момент поставили в дипломатии с Эрдоганом, и уже через год в Анталии отдыхали бы всем кагалам.